Гитлер, предназначавшегося союзника, получал их плотину. Их охватил бескровный огонь. Как бы они были возмущены, узнав, что после событий в Пёрл-Харборе... Первое слово предоставляется будущему кандидату в депутаты городской думы Александру Щеглюку. Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, горожане, жители города Владивостока! Что мы сегодня вновь здесь делаем? Мы протестовали полгода, ВОЗ и ныне там. Поэтому сейчас тактика оппозиции принимает следующий курс. Сначала зачитаю московский манифест оппозиционной коалиции, затем наш Владивостокский. Кто получил самые жирные дивиденды от Второй мировой войны? Правильно, Соединенные Штаты. Более того, Европа снова оказалась в кабале уже надолго, а Штаты стали номером один. Мировые войны, вот такой факт есть. Тогда я вам хочу привести цитату из книги. Я